ощущение полета устраивает. Сейчас они у тебя на голове поделаются. Не, Терочка пришла на воспитание попугаев. Попугай себя кое-как ведут, да, Терочка? Типа не спала, они тут по ней прыгали. Кричит. Арчи говорит, что такое. Я не понимаю, действительно, что такое? А? Собаки, как вы себя ведете? Плохо? Африка добрая, всех вылизывает. Ой, ты моя хорошая собачка. Да, лучше я на тебя вылизывала, да. Сейчас и Леона вылежит, и Теречку. Пожалуйста. Молчу. Молчу. Молчу, говорю, куда ты уходишь уже? Мы тут играемся. Терри. Терри. Что за поведение? Терри. Так, все, Микки нету. Чуть-чуть успела снять. Случайно. А только что были все собаки в кадре. Видите, куда ты исчезла. Мёдхен, иди сюда. Давай лапу. Ты там не кричите, пожалуйста, мне. Тиффани, иди к нам. Иди, собачек погоняешь. Браво. Браво, да, правильно.
Тиффани. В общем, все как обычно, ничего не поменялось. Но Микки зашла, как мне говорили, что Микки не снимаем. Снимали, что снимали. 10 секунд была в кадре, была. Значит, все скажу на высшем профессиональном уровне. Звезда Микки была в кадре. Так для них 20 годам станет артисткой. Будет сниматься как Люция. Вот Хен, иди сюда. Что он там? На кухне свет, наверное, не горит. Ты с Микки ходила, гуляла, да? Ой, моя маленькая, молодец. На кухне ходит. Потому что Микки там в коридоре вечно, в темноте. Чтобы никто не снял. Да. Вот, все. Главная звезда в кадре. И улыбаемся. Люция, улыбка. Молодец. Не то, что Микки. Вот настоящая звезда. Этот Мёдхен, Мёдхен, иди сюда. Нет, кричит там где-то, а? Вот самая красивая звезда. Браво, конечно. Ой, один кричит, другой браво говорит. Что такое? Ничего такого не происходит.